Более 13 тысяч километров с запада на восток. В Ненецкий округ прибыла снегоходная трансконтинентальная экспедиция «Ледяная кромка России» «Архангельск-Уэлин». 4 участника на отечественных снегоходах планируют пройти по всему побережью Северного Ледовитого океана от Архангельска до чукотского поселка Уэлин. Тысячи километров по арктическим пустыням вдоль побережья самого холодного в мире Северного Ледовитого океана. И все ради возможности испытать себя, современную отечественную технику и рассказать об этом людям. Такую цель поставили себе участники экспедиции «Ледяная кромка России» Архангельск-Уэлен. За 2 года в рамках 2 этапов они планируют преодолеть 13 тысяч километров. Первый этап трансконтинентального путешествия стартовал в Архангельске 12 марта, а 17-го участники уже прибыли в Нарьян-Мар. Мы не относимся к ней как к экстремальной, потому что вся наша поездка достаточно продумана. Мы обеспечены всеми средствами безопасности, то есть спутниковые телефоны и системы спутникового мониторинга. Вот, и везем с собой запасные части в случае поломок. Участники экспедиции полностью автономны. Они могут остановиться в любом месте и переночевать. В арктической палатке с отоплением при любой погоде на улице очень комфортно. Кроме того, имеется питательная сублимированная еда. Чтобы ее приготовить, требуется только кипяток. В отряде есть участники, отвечающие за техническое состояние машин и безопасность. Кроме того, имеется большой опыт дальних путешествий в Монголию, Иран, страны Африки по России. Снегоходная экспедиция для заядлых внедорожников – тоже не первое. Если подготовлена техника достаточным образом, и люди едут, скажем так, не с бухты-барахты, а с определенной целью, то есть проведена определенная подготовительная работа, то однозначно это интереснее, чем на автомобиле. И я бы даже сказал, это безопасно, если ты готов к тем неожиданностям, которые могут тебе встретиться на пути. После техосмотра и отдыха в Нарьян-Маре участники отправятся в сторону Варандея. Через Амдерму и Вайгач экспедиция доедет до Салехарда. Оттуда в феврале 2017 года начнется вторая часть трансконтинентальной экспедиции. Это около 8 тысяч километров по территории Ямало-Ненецкого и Таймырского округов, Республики Саха-Якутия и Чукотского округа. Ориентировочное время в пути – 75-90 дней. Во время поездок будет проводиться фото- и видеосъемки. Собранные материалы лягут в основу фотоальбома и документального фильма. Валентина Чибичев, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».